Фасоль штука нужная, без нее никуда. Борщ без нее не борщ. Но если фасоль не успеешь загодя замочить, обычно на ночь ставишь, утром уже можно использовать, то можно варить сутки, можно варить трое. Разницы не будет, все равно не сваришь, не проваришь ее никак. Что делать, если забыл? Или вдруг срочно решил делать что-то, а фасоль не заготовлена? Есть простой прием. Закипячиваем воду, именно кипяток. Насыпаем фасоль, заливаем этим кипятком. Заливаем кипятком эту фасоль, хорошенько так наливаем в кастрюльку. Поставили, и 3 часа оно себе остывает. Именно нюанс, не варить его, не варить его. Варить это все, уже погибель, потом ничего с ним не сделаешь. Оставится, она остывает, за 3 часа становится холодной, и за это время она капитально набухает. Все, вот я сейчас так сделал, сейчас у нас 3 часа, 6 часов уже будем затевать борщ. Только сначала я бы еще рассмотрел теорию, какие бывают варианты украинского красного борща. Все, простой прием, но некоторые не знают. Пока.